Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, как ты понял по моей прическе, я опять только проснулся, но проснулся под невероятно хорошие новости. YouTube опять хотят заблокировать, так что ссылка на оригиналы в Telegram в описании. Родной, обязательно зайди, если еще не зашел, там уже нас много. Я очень этому рад, но ты, если еще не зашел, заскочи. Ладно, мы сегодня с тобой поиграем в «Привет, сосед 2». Прикинь, вышел Поппи, по крайней мере, трейлер. Вышел «Привет, сосед 2», обосраться как хорошо. Найс, новая игра. Давай, не будем долго сидеть. Трындеть, сиськи мять, яйца жмякать, ничего не будем, будем играть, проходить, слушать звуки. Так, кто-то на сарай забыл. Ты чё на сарай забыл? Куриц воровать собака решил? О, это я, походу, да? Ебай в рот. Так, хорошо. Нет, подожди, я, похоже, этот же. Журналист, да? Журналюга решил за соседом. Ой, привет, сосед 2, прикинь. Родной, вот по-любому среди вас... Ну ты нелепый! Вот сейчас бы упал чуть правее, уже бы закончился. Ты помнишь, да, наверное? Ты, может быть, пришел даже с «Привет, соседа» ко мне на канал, да? Артемка! Здорово, Артемка 2. Вот это могло бы меня убить. Что у меня за... в руках? Что? У меня вместо ног! А, окей. Слушай, выглядит довольно все красивенько, уютненько, хорошенечко. Я надеюсь, ничего не лагает у меня. Так, значит, смотри, какой-то мужик, ворона, своровала человека. Ворона бегает, возможно. Справа нарисовано, я не могу тебе показывать. Смотри, ворона, короче, бегает. Ворона, це кто? Хули это кто? Вот это вот я, походу, вот такая чмошка. У меня шапка, у меня шарфик, чтобы не заболеть, бабушка одевала. У меня портфель, у меня одежка, штаны и в ногах у меня огонь. Я огонь, огненный парень вообще. Так, что у нас там? Ты кто? Ты, блядь, кто? А, погоди, это чучело. Так, подожди, мы забрались с тобой сейчас в квартиру. То есть, видимо, это не моя квартира. А, это обучение, подожди. Это обучение для нас с тобою, как играть. Ты что, думаешь, я не умею играть в игры? Я соседа проходил. Еба, какая большая. Я соседа проходил с рождения. Я родился из мамки, выскочил такой. Привет, сосед, поехали проходить. Так я и делал. Опять. Блин, почему-то у всех в сараях всегда лежат какие-то колеса. Наркоманы, блин. А, так, хорошо. Пробег. Да я знаю, как играть. Едей, слушай, а раньше мы не умели с тобой подтягиваться, да? На. Хорош. Ах, отлично, открыл окно, молодец. Здорово, не знаю. Игра немножечко лагать будет, как всегда. Это же «Привет, сосед». «Привет, сосед» и «Здравствуй, баги». Че это такое? Да, я пресса. Не понял. Ау! Это как сейчас произошло? А! Заснял, за фотку. Что за скримеры пошли? Вот она фотография, раз. Фотография... Как я его так сфотографировал, подожди? Так я не понял, это ворона флеш или что? Я не видел, чтобы он так ко мне повернулся. А ну иди сюда! Что ты мне хочешь? Я тебя сфотографирую, понял? Да, я тебя продам. Ищи себя в шлюхах Агропрома, понял? Мой новый журнал. Вчера открыл, тебя туда выложу. Неплохо. Что, монстр? А, мне это приснилось. Да ты за рулем спать нельзя! Дебил усатый. Все мозги в усы ушли. А, ну да. Блин, мне нравится начало. Анимация крутая стала. Так, ну я, походу, живу на кофе. Вон он слева. А, я, наверное, своего отца ищу, да? Стой, собственно, Артемку. Я, наверное, сын Артемки, то бишь привет соседа. Судя по всему, я ищу своего отца. А моего отца забрал ворона. Вот так вот. Хай-хай, с вами попугай, опять ворует вашего батю в рай. Калвом Вайрон Кросс. Копс. Свиминг. Дети плавают. Свиминг. Не знаю, почему свиминг. А, миссинг, наверное, да? Какие подозрительные полицейские, без глаз. Блин, трудно, наверное, быть полицейским, когда ты слепой. Здорово. Тихо! Чуть не врезался, чуть мужика не сбил. Да, прости, мужик, но я случайно, реально. Живу на кофе, мозг весь вылетел уже. Давление 3000. К
как вообще так жить? Не, ладно, родной, я думаю, у тебя было такое время, у меня было такое время, когда все, что я делал, это пил энергосы и кофе. И тогда мозг уже начинает глючить, поэтому я могу понять этого парня. У нас дислексия с тобой, то есть мы неправильно все читаем. Видишь, там написано «Museum», а написано «Sumeum». Как я здесь оказался? Где машина? Я видел, как я приехал на машине возле какого-то музея. Как я здесь оказался? Что? Чего? Ты бы хоть звук какой-то издал, так не понял, подожди. А, если я, короче говоря, пытаюсь... А, это... Это ж бета-версия, да. Если ты не знал, это бета-версия. Да ну ты заебешь, хватит меня лапать! Достал эта ворона, бля, плешивая! Это бета-версия. Нам можно пойти только сюда, потому что это бета-версия, в ней мы можем только с бетой разбираться. Так, дети пропали, много детей здесь попропадало. Атмосферно! Мне нравится пока что. Прикольно выглядит. Так, дверь закрыта, конечно. Само собой. Шо? Вы очень херового диктора на радио берете. Он тут говорит, будто с пиписькой во рту. Непонятно вообще ничего. Что это такое? Ай. Я могу что-то нажать? Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего не работает. Там я вижу какого-то мужика возле полицейской машины, по-моему. Радио не работает, компьютер не работает. Видимо, это моя халупа, да? Это моя халупа. Да-да-да-да-да-да-да-да. Артемка, смотри. Артемка, мой отец. У него было 3 сына. Наверное, один из сыновей это я. Ну, либо здесь все дислексики. Так, ладно, пойдем. Какой, сука, дебил построил этот дом? Пойду умру. Спасибо. Блин, ну это выглядит глупо. Мне было бы больше понравилось, если был какой-то громкий хотя бы шум. А шума нету. Ладно, пойдем. Пойдем разбираться аккуратно. Посмотри под ноги. Хоп. Нормально. Слушай, я могу сделать поярче немножечко? Ну вот совсем миллиписечку поярче. Смотри, без лимита. Все идеально. Все классно. Все высокое. Здорово. А светлее как сделать? Масштаб интерфейса. Яркость. О, яркость хочу. Яркость хочу. Немного виден. Как ярче сделать? Ярче. Вот, все, подтвердите. Отлично. Сделал немножко ярче, потому что видно плохо. У тебя же тем более YouTube. Слушай, какие здесь здания прикольные. Все сделаны из говна и палок, но выглядят так, блин, атмосферно. Вон он дом. Это, видимо, будет новый дом соседа. А может быть нет. О! Жду и дождусь это все изучать. Че я сюда пришел? Мне сломать или починить это надо? Куда? Стой! Нормально все, спокойно. Не знаю, внезапное желание 1000-7 спрыгнуть отсюда. Да что ты делаешь? Алло, дядя, прекращай. Так, подожди, а мне это надо починить как-то под это? Подрихтовать или что? Блин, ну вот это, конечно, не очень понятно, потому что игра вроде как дает мне причины что-то делать, но не дает мне объяснения, что именно от меня хотят. Ну я тебя колотить. Слушай, то есть я, короче говоря, если в темноту ухожу, да, тогда он меня ловит. А здесь у меня не ловит. Да, то есть если я ухожу именно прямо в темноту, тогда он резко оттуда появляется. Я понял. Подожди, а где? Где Артемка? Да ну ты заебешь, я же там темноты же нету. И он причем меня прокидывает потихоньку немножко дальше. Нормально. Кар-кар-кар, отсюда! Да, он реально боится света. Персонажи? А где Артемка? Подожди. Алло, подруга. Ты кто такая? Ты кто? А шо? Ты кто? А? Меня что, в этом городе все ненавидят? Это какая-то... Чмошка, которая... Да ты догибешь. Чмошка, которую можно бить всем, всем кому попало? Так, ладно, это выглядит очень странно. Пойдем дальше, посмотрим, что еще здесь есть. То есть, если я подхожу к темноте, тогда меня резко убивают. Блин, как прикольно, дом заваленный. А где Артемка? Я бы хотел Артемку найти. Я серьезно, хочу Артемку. А кто не хочет Артемку? Кто не хочет Артемку, тот неадекватный. Так, полицейские нормально припарковали, сдарились в ворота. Там дальше опять потерянные дети. Нам, походу, сюда надо. Артемка, 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 ты здесь? Полицейский!
То есть нам вначале нужно прятаться от полицейских, нам вначале нужно прятаться от других. Почему меня все ненавидят? У меня на лице написано «Ударь сюда, что ли?» или что? Да нет у меня... Проваливай. Проваливай, усач. Проваливай, морж. Прикольно. Вначале наша задача была обманывать полицейских. Пончик. Пончик. Мужик, прости! Мужик, прости! Я вижу еще одну там дырку, в которую я могу забраться. Хорош! Так! Тёма! Так, нет, подожди, это не... Это ж не Артёмка. Лестницу могу взять? Это... Гоша, это Гриша. Это Гриша, я тебе говорю. А, то есть я могу за Гришей следить вот так вот, если хочу. И все, здесь я пройти не могу, да? Он меня слышит по звукам? Он слышит меня по звукам! Что вы тут выпендриваете? Вот это за платье свое берется. Так, значит, смотри. Здесь есть полицейские, которые сейчас как раз исследуют всю эту местность. Мы можем двери открывать, закрывать, если... Нет! А хули? А хули? Да я не дома вообще! Нельзя! Нельзя! Пошел вон! Я даже не трогаю, на твою территорию не захожу! Ты полицейский или кто? Ты что за превышение полномочий у тебя? Подожди, это же реально тот же дом. Это ж реально дом из... соседа. Вот это ж крыша, я помню. Я на нее постоянно забирался. Постоянно здесь мне пытались люлей понавставлять. Прикольно, я могу запрыгнуть? Эй! Че я так прыгаю слабо? Вот это чушка, короче. Так, ладно, пойдем дальше. Здесь меня, наверное, поймает ебака, да? Нет. Дети, ля какой радостный. Ты не был таким радостным, когда тебя поймали. Так, сержант Обрыгайлов все еще там, так что пусть он там остается. К сержанту Обрыгайлову мы придем потом. А, ну тогда, наверное, нельзя, да? Там меня сейчас... Да, кура меня съест. То есть, рядом с сержантом Обрыгайлу до нас нападает маньяк. А все, о чем волнуется сержант, это то, чтобы в комнату никто не зашел. Так, вот сюда вот я как-то забрался аккуратненько. Да ты залезешь, нет? Слушай, а... Очень странно с темнотой здесь работа идет какая-то. Почему-то он иногда на меня нападает, иногда он на меня не нападает. Иногда он меня ловит, иногда он меня не ловит. Я иногда могу двигаться причем. Странно очень. Он меня чмокнул перед смертью и все. Типа, вот здесь свет, вот он свет, вот он. Да куда ты, ты меня нападаешь, там же свет. Так ладно, тьфу на тебя. Кура вонючая. Вот почему он здесь меня не ловит, к примеру. Это ж та же самая темнота. Там просто какая-то женщина стоит, она до меня доябывается. Мне интересно к ней поприставать, раз она меня не хочет. Так, ладно, пойдем. Еще раз, сержант Обрыгайло. Мы с вами уже разобрались в прошлый раз. Ага, он ест. Ага. Обрыгайло кушает. Может быть, мы можем втихую мимо него пройти, пока он кушает? На шифте. Тихонько, 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 тихонько. Пошел-ка ты! Понял, да? Ну, ну, ну! Уже я вне твоей территории, лох. Ой, дверь закрыл. Будто бы меня это хоть чем-то остановит. Сержант, у вас явно интеллект не, я, не самая ваша прокачанная часть. Блин, дерево такое стрёмное. Я хочу доебаться до девушки. Почему мне не дают? У меня есть одна цель в этой жизни. Так, у меня есть ключи. На меня ты не кричи, я нашел тебе ключи. Кому они нужны, я не знаю, не сверчи. Так, пошли, прячемся. Ждем, пока он пройдет, и мы можем сейчас потихо и пройти сзади него. Сейчас он парочку пончиков. Куда? Куда потерепал? Подожди, стоп, это же подвал. Это же дверь в подвал, в которую мы с тобой за... в которую мы с тобой забрались в прошлой части в результате. А где Артемка? Я хочу Артемку. Да сколько можно жрать? Слушай, у тебя сейчас глюкоза в крови поднимется, ты, у тебя холестерин поднимется, ты помрешь, понимаешь? Бляшки в крови, там все такое. Ладно, его дело. Если он помрет, то в результате он мне не помешает пройти и посмотреть, что там в подвале. Я же так понимаю, у нас та же самая задача, да? Нет, сейчас наша задача, наверное, разобраться, что произошло. Тихо, не скрипи, не скрипи! Понял. Дверь откроется? Дверь открылась, хорош. Подкрывать, подкрывать, подкрывать. Нёньк.
Я подкроватный прыщ, меня нету здесь, спокойно. Я папоротник. Стою как папоротник, сижу как папоротник, все нормально. О, мне нравится здесь свет. Со светом прикольно сделали. А, подожди! Стоп, тут дверь была? Тут всегда дверь была или она только сейчас появилась? Как я ее не видел? Так, Абрагайло, там спокойно. Два. Это, видимо, какой-то секрет. Так, ну то есть, судя по всему, Артемка искал детей. Я не думаю, что... Опять два, три. Два, три. Это нам по-любому код какой-то. Потом понадобится. Так, ладно, пойдем на второй этаж. Абрагайло там что-то переживает немного, поэтому давай не будем париться. Опа. Ха-ха, я у вас досточку спиздил. Видно не... Ня. Ничего не видно. Ой-ой-ой-ой-ой, как темно. Так, ну тут явно без фонарика пока рано. Блин, ну Артемка как всегда. У Артемки хата как всегда веселая. Везде фейерверки, везде все такое. Артемка вообще хороший мужик. Так, стоп, ключи у меня есть? Подожди, только не говори, что ты ключи просрал, чтобы деревяшку в руки взять. Алло, дятел ты комнатный, где ключи? Реально, он стерил ключи. А, нет, нормально, ключи вот. Все хорошо. Я, так, подожди, а у меня есть какой-нибудь инвентарь, что-нибудь такое? Так, это закрыто. Тихо, не бегаем. Спокойно, бегать нельзя. Ага! Угу. Тихо, 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 я видел его. Сержант. Сержант. Спокуха. Так, а что мне надо дальше добиться в этой жизни? Давай здесь внимательно посмотрим. Мне кажется, здесь мы можем что-то найти. А, еще одна дверь. А-а-а! Дверь на задницу. Я туда не хочу. Я вот сейчас опять пойду, меня это ебак опять съест. Ну да вот ты куда? Зашел как к себе домой. Чувствую себя прекрасно. Так, слушай, у нас с тобой есть какой-то полукод. Давно мечтал попрыгать по кровати. Так, таблетосы. Угу. Двойки. Ну, а, вот, 5. 2, 5, 6, 3. Ну, это код. Потому что вон она 6, вот она 2, вот она 6, вот она 5 там. Стоп, а это 6, не 5. А куда мне ввести-то? Я не вижу никаких кодов, я не вижу никаких там вводимых элементов. Фонарик нужен очень. Слушай, а у меня разве нет фонарика? Просто вот это вот что? Вот я подпрыгаю, вот это вот что у меня слева? Это не фонарик? А что это тогда такое? Так, сержант, наверное, что-то меня сейчас спалит. Подожди, подожди, подожди. А, сержант там жрет. Хрюкает и жрет. Вот это ты свинья, конечно. Опять 6. Опять 6. А, подожди, это он написал, типа, какие... evidence. Какие свидетельства тут лежат везде. Ничего не открывается, если что. Если ты вдруг думаешь, что... Андрюха, быстро открыл дверь! Я все открыл. Ничего не открывается. И вот это не открывается. Я жму Е, оно не работает. А вот это, допустим, работает. То есть это у меня не кнопочка не работает. Это не работает сама дверь. Вот это закрыто. Не, ну остается только наверх. Опа. Опа, здорово, на. Могила. А в могиле что? В могиле труп. А! Блять. Обосраться можно. Так, ладно, пойдем по свету, короче. Просто пойдем по свету тогда прямо. Я сейчас отсюда не уйду потом. Вот-вот где я? Вот эта вот лампа почему не работает? Тут есть свет, тут нет света. Может, я свет должен включить? Подожди. Слушай, прям потихоньку светлеет, мне кажется, да, нет? Не знаю. По ощущениям становится все светлее, светлее, светлее. Подожди, то есть у меня получается варианты какие? Вот здесь я могу обойти? Здесь не могу. Может быть, надо подождать, пока немножечко посветлеет, станет получше, и тогда можно? Подожди, а где мой дом? Я хочу вернуться к моему дому. Может быть, я здесь что-то не увидел? Что-то не подобрал? Что-то не взял? Здесь падаешь, и ты видишь это. И ты сюда можешь забраться. Хорош! Камеры какие-то. Могу их ставить, если хочу. Давай. Я же посплю, и будет день, да? Будет день, и я смогу лучше видеть. Фига я приземлился к своей руке. Так, и 8.03.
Выспался, обосраться, конечно. Дети пропали тоже, миссинг. Дверь закрыта. А, вот сюда мы с тобой хотели, но не могли, потому что дверь была закрыта. Сколько здесь еще вещей? Вот, теперь стало светлее. Я не могу перебраться через окно. Какого черта? Алло, игра, выпусти меня, пожалуйста. Спасибо. И теперь я могу здесь ходить. И теперь я могу здесь везде смотреть, пока не станет ночь. А сюда, наверное, мне нельзя, потому что невидимая стена. Точно, точно, точно. Блин, прикольно. То есть эта игра учитывает теперь погоду, темноту и так далее. То есть теперь я могу сюда прийти. Может, поэтому она на меня нападала, потому что я ночью до нее приходил к ней. Эй, Зинка! Зино! Устала, да? Посидеть устала решила. Ро, я твой первый покупатель. Хочу купить у тебя ни-у-ня. Я у тебя своровать хочу. Я пойду туда, ты не против? Че, ты серьезно не против? Кекс какой-то. Зинок! Зинок, заебало, на тебе! Спокойно, Зинка. Спокойно, я всего лишь ограбить тебя решил. Да ладно, бывает же. Бывает. Не переживай. Все нормально. Вот, все. Не расстроилась. Так, это все закрыто. Это как... Опа. Опа, отмычка. Сейчас заточку тебе в почку, поняла меня? Я могу это вскрыть. Так, то есть теперь я могу какой-то замок вскрыть. Стоп, а ты видел где-нибудь замок? Ебо! Это прям интересно. Так, это у нас как готовить, короче говоря, малиновый пирог. С надписями и подсказками. Найс. Интересно. В смысле будильник? А что за будильник? Кто будильник включил? Какая крыса? Руки поторву! А ты достань... Я моюсь, если что. Все, придешь, я буду кричать, что я моюсь. Не понял. Музыка такая. Та-да-дам! Я могу поспать у тебя. Эй, подруга! Ей не понравилось, что я решил поспать у нее. Ладно, давай мы пока на этом закончим. Я хочу быстрее выложить видос, потому что... О! Сосед 2! И он крут! Я вначале немножко подрастроился, а сейчас так-то прикольно. Атмосферно, интересно. В мусорку пойду, из мусорки буду с тобой прощаться. Вот здесь мне и место. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, родной. Оставляй свои комментарии. Это круто. Мы увидимся с тобой в следующей серии. Если тебе понравится, напиши. А пока да, пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.